Ничего святого. Сторонники видеоблогера Сергея Тихановского в День Победы попытались устроить диверсию. Протестовали против проведения парада в честь 9 мая в столице. В планах участников массовый проезд авто по Минской с минимальной скоростью на включенной аварийке плюс звуковой сигнал. Акция провалилась. Димаш пресекли правоохранители. Ветераны обескуражены выходкой. Свидетели войны усмотрели в пикете попытку обесценить подвиг советского народа. День Победы – это важнейший праздник. Важнейший. Важно, потому что я, во-первых, этот парад, посвященный 75-й годовщине победы над Германией, над фашистской Германией, а я-то воевал. Очень важно. Парад должен состояться. Вы знаете, что вот этот коронавирус сделали хуже войны. Играет на всех каких-то противоречиях, ищет какие-то недостатки. Вы знаете, я так по-русски скажу, свинья всегда грязь найдет. Поэтому есть такие люди, на которые надо обращать внимание, но надо им давать отпор. Это не надо путать патриотические мероприятия с какой-то там негативным явлением. Парад плохой или хороший? Парады всегда хорошо. Значит, они для того и создают, чтобы поднять морально-патриотический дух государства. Для горожан, равно как для белорусов, День Победы не просто красная дата календаря. Подвиг дедов и прадедов не под силу стереть ни информационным вбросом, ни антипарадом. Истинный патриотизм – это дань памяти тем, кто шел на смерть для того, чтобы мы смогли жить под мирным небом. Никто не забыт и ничто не забыто.